Всем привет! Давайте сегодня приготовим для наших деток, ну а также для взрослых, очень вкусные, нежные, мягкие и пушистые булочки с сыром и колбасой. Для приготовления потребуется 250 мл теплого молока, 2 столовые ложки сахара, немножко соли, 2 чайные ложечки быстродействующих сухих дрожжей. Немного перемешаем и добавим яйцо и 50 мл растительного масла. Теперь можно добавить муку. Для замеса теста всего нужно взять 3 стакана муки, объем стакана на 250 мл. Вначале добавляю 2 стакана муки, потом оставшиеся стаканы. Замешиваю тесто прямо в миске руками. В последнее время приловчилась замешивать тесто в миске, не выкладываю на стол. При замесе теста немного смачиваю руки и само тесто растительным маслом. Собираю тесто в шар, закрываю крышкой и оставляю в теплом месте на 1,5-2 часа. Вот так хорошо поднялось тесто. Я немного собираю тесто к центру и выкладываю на разделочный коврик. Прямо руками нарываю тесто на 10 примерно одинаковых кусочков. Из каждого кусочка формирую шарик. Можно немного припудривать руки либо мукой, либо смачивать растительным маслом при формировании шариков. Ну а теперь формируем булочки. Руки я смазываю немного растительным маслом. Вот так растягиваю тесто в лепешку, сворачиваю пополам и делаю надрезы. Для начинки буду использовать помидор, сыр и колбасу. Первый вариант без помидорки. Вот таким образом формируется булочка. Ну а второй вариант будет с помидоркой. Булочки выкладываем на застеленный пергаментом противень. Булочки оставляю еще на расстойке минут на 10. Через 10 минут каждую булочку смазываю взбитым яйцом и посыпаю кунжутом. Булочки буду отправлять выпекаться в разогретую духовку примерно на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Вот такие румяные, пушистые внутри булочки у меня получились. Тесто очень вкусное, съедаются моментально. Детям очень нравится. Такие булочки, кстати, сытные. Их можно взять даже на перекус на работу. Спасибо, что досмотрели видео до конца. И спасибо за лайки. Всем пока, до новых встреч, до новых рецептов.